1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остается сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединенные Штаты обладали атомным оружием. Трумэн заявил, что мы должны развивать ядерные технологии. Флаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР советские инженеры открыли Е-99 – беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Виктору Борисову, создавшему на острове научный центр «Каторга-12». За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущев, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Борисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила каторгу 12 и все, что с ней связано. В 2010 году американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения Чернобыльской катастрофы и встревоженный молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону каторги 12. Связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке, вертушка сбита. Нас разбросало, пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда, мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа «Спарта», если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Не погиб при пожаре.
прибывает. Здесь, на уединенном острове в Каторге 12, мы ищем способ остановить эту угрозу. Работа, которую мы здесь проводим, изменит мир и спасет нас от тех, кто желает нам зла. Советские ученые нашли венец всех наших надежд и мечтаний. Элемент Е-99. Е-99 – редкий элемент, обнаруженный только на этом острове. В Каторге 12 у вас есть много возможностей помочь своей стране. Ваша семья будет жить в достатке на острове. Ваши дети будут ходить в школу, где они получат лучшее образование в СССР. Научные исследования – одно из основных направлений на острове. Они охватывают сельское хозяйство, промышленность, медицину и армию. Переработка Е-99 – важная функция острова. Из Е-99 мы создаем металл, газ и другие материалы для повседневного применения. Усиленный армейский контингент обеспечивает безопасность Каторги-12. Неутомимые труженики – опора острова и гордость нашей страны. От железной дороги до порта каждый рабочий старается на благо Родины. Ваш самоотверженный труд позволит нам добиться главной цели, которую мы преследуем в Каторге-12. Мы должны сплотиться перед лицом западной агрессии. Вам трудно повезло. Вас выбрали для работы в Каторге-12. Для вашего удобства мы перевезли сюда вашу семью. Сплоченный труд на благо Родины. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда!
Сколько времени у меня есть, поэтому буду краток. 2 часа назад сингулярность взорвалась, погибли сотни людей. Радиация усиливается и вызывает... Она превращает людей в жутких тварей, которые питаются человеческой плотью. Надо уходить, пока они не нашли меня. Титан-1, прием! Вашу мать, ответьте кто-нибудь! Ответьте и скажите, что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь! Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать! Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке. Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу, и тут кто-то... Ух, твою мать! Демичев сказал, что прибор, который устанавливают в школе, безопасен. Но я все равно переживаю. Мой друг, который занимается испытаниями на животных, сказал, что Е-99 вызывает мутации клеток. Как они смеют ставить опыты на детях?
лучший друг, доктор Е-99. Вот наш ответ растущей угрозе со стороны США. Американцы создали мощное оружие, атомную бомбу, и уже испытали ее на двух больших городах. Но благодаря недавнему открытию у нас есть достойный ответ. Мы покорили мощь элемента Е-99. Е-99 – редкий элемент, добываемый глубоко под землей только на этом острове. Для изучения его свойств была построена база Каторга-12. Наши ученые верят, что однажды с помощью Е-99 они смогут творить настоящие чудеса. Превращать неплодородные земли в цветущие сады. Из инвалида сделать супербойца. Они даже мечтают, что смогут обратить время вспять и вернуть старикам молодость. Е-99 нам больше не страшна американская атомная бомба. Возможности Е-99 поистине безграничны. Кто знает, возможно, с его помощью мы сможем скоро путешествовать во времени. Как бы мы ни применяли Е-99, мы будем спать спокойно, зная, что он защитит нас от происков империалистического Запада и сделает Советский Союз главенствующей мировой державой.
тебя видеть, Рен. Не будь тебя, мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Следовать плану. Пойдем к радиовышке, может, там найдем полезное оборудование. Как разведка так лжанулась? На заброшенное место это никак не тянет. Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана-1. Идем. Форма не совсем та, что я видел, но это абсолютно точно русский солдат, я уверен. Идем. Что за хрень? Открывай дверь и прикрывай. За мной! Все чисто! Ренка, отходи справа! А вот и радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном-1 и свалим отсюда. За мной! Будь начеку. Проверь-ка ту будку. Может, там еще есть один выключатель? Ну все, мы двигаемся. Следуй за мной. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить путь. Thank you.
Метко стреляешь? Пойдем. Вертолет! Только не наш! Ложись! Нет ли еще где этих тварей? Идем. Наконец-то. Боже, ну прям музей старины. Титан-1, Девлин-4-1 на связи, прием. Титан-1, Девлин-4-1 на связи, мы готовы к эвакуации. Вся группа планеты по тревоге. И здесь эти русские. Повторяю, это Девлин 4-1. Да, они, похоже, глушат наш сигнал. Одна русская речь проходит. Хоть что-нибудь работает на этом проклятом острове? Нет, конечно. Это место забросили почти полвека назад. По крайней мере, все так считали. А ты кто еще такой? Черт, эти парни не слишком дружелюбны. Ужасно паршивый денек выдался. Капитан Ренко. Вы капитан Ренко, так ведь? Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня к вам пара вопросов. Фамилия, звание и номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюша. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно. Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить с кем-нибудь из нашего посольства. Боюсь, это невозможно. По целому ряду причин. Посольство сейчас...
Так лучше. Почему вы не постарели за эти 50 лет? Объясните, только одно. МВП, где он? Бросайся к двери! Беги в открытые двери! Беги! Беги! Передавал мир 12. У вас наверняка масса вопросов, но у нас мало времени. Сюда, скорее. Не дайте ему уйти! Подвигаемся! Найти и уничтожить! Помогите, сюда! Меня зовут Кэтрин. Я состою в организации, известной как мир 12. Вот, это прояснит кое-какие вопросы. Говорит Мир 12. Наша цель – донести до человечества правду, которую от него скрывают. В 50-х годах 20 века был создан военно-научный центр Каторга-12. Правительство и по сей день отрицает этот факт. Это ложь. Мы нашли секретные документы, согласно которым на этой базе занимались изучением минерала Е-99. Программу изучения Е-99 возглавляли двое ученых. Доктор Виктор Борисов, ведущий специалист по квантовой физике. Ему так и не довелось увидеть плоды своей работы. В отчетах говорится, что он погиб во время одного из экспериментов. После смерти Борисова программу возглавил этот человек. Он втянул Советский Союз в войну за мировое господство, которую он выиграл благодаря уникальному оружию, разработанному в Каторге 12. Сегодня его знают все. Генеральный секретарь Николай Демичев, председатель мирового правительства. События, благодаря которым Демичев пришел к власти, до сих пор окутаны тайной. Мы нашли записи, в которых говорится, что Демичев – самозванец. И возникает все больше вопросов о Каторге 12. Что дало генеральному секретарю Демичеву такую власть? Что стало причиной катастрофических разрушений и многочисленных жертв? Все ниточки ведут к сооружению на Каторге 12. Сингулярности. Что же такое сингулярность? Судя по дневнику, лишь один человек может ответить на этот вопрос. Капитан Натаниэль Ренко. Наша главная задача — найти капитана Ренко и помочь ему в выполнении его миссии. Мы — Мир 12. Мы говорим людям правду. Один из ведущих ученых проекта «Сингулярность» втайне построил убежище. Ты должен найти его. Там есть другой выход. Держи. Двусторонняя рация с навигацией. Ступай! Будь начеку.
Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайся им на глаза. Чудовища ли, просто им надоели. Сейчас мы в безопасности. Павел вывихнул лодыжку, мы боимся, что она сломана. Эту ночь мы проведем здесь. К счастью, в убежище нашли и шахматы, и запас водки. Уютная домашняя атмосфера. В убежище находится устройство, известное как МВП. Его изобрел доктор Барисов, один из ученых, работавших здесь в 50-е годы. Согласно записям Мир 12, в этом здании есть секретный вход, ведущий к убежищу. Найди его. Это рабочий журнал доктора Виктора Барисова.
Похоже, моя мысль о том, что Е-99 влияет на время, верна. В нашем последнем опыте зерно кукурузы дало урожай уже через 3 дня. Какие перспективы! Доктор Демичев потребовал испытать Е-99 на людях. Разумеется, я отказался. Твой сигнал пропал с радара. Значит, я полагаю, ты достиг убежища. Там находится МВП. Из-за этого устройства Демичев убил твоего друга. Уважаемые коллеги и члены Политбюро. Я доктор Виктор Барисов, руководитель научной станции Каторга-12. Изучение Е-99 оказалось более плодотворным, чем я ожидал. Мы открыли, что этот элемент позволяет менять положение объекта во времени и пространстве. Запись опыта номер 143 с мобильным временным преобразователем, или сокращенно МВП. Как видите, МВП может возвращать объекты в их первоначальное состояние или приводить в негодность. Не стоит направлять устройство на живое существо. Последствия будут весьма неприятны. Я уже веду работу над уменьшенным вариантом устройства. К сожалению, МВП работает только на предметах, содержащих Е-99. Я уже добился больших успехов и хочу продолжить исследования. Слава КПСС! Отчет номер 19. О возможном применении мобильного временного преобразователя. МВП, как я его называю. Вижу тебя на радаре. Ради нашего блага, надеюсь, тебе удалось найти МВП.
Ты должен вернуться с его помощью в 1955 и помешать Демичеву убить Барисова. Только он знает, как вернуть историю на правильный путь. Скоро ты подойдешь к разлому. Это разлом во времени. Они появились по всему острову сразу после взрыва сингулярности. Собирался просить разрешения. Премьер Барисов, по-моему, неплохо звучит. Мы не для этого создавали сингулярность. Я был вежлив. Хотел тебе помочь. Но не обольщайся. Я убью тебя, если не скажешь, где находится МВП. Ты не посмеешь. По-твоему, я блефую, Виктор? Ну ладно. Ты не оставил... МВП? Как? Вы спасли мне жизнь. У вас МВП, но вы в американской форме. Видимо, случилось что-то ужасное. Идемте. Надо найти мои записи. Стреляй! Охранника. Можете их убрать? Я знал, что Демичев взбесится, если мы откажемся работать над сингулярностью. Но не думал, что он опустится до такого. Сейчас достану записи. Черт, не открывается. МВП влияет на старение объектов, делая их, за неимением другого слова, старее или моложе. Даже сейф может развалиться от времени. У нас мало времени. Используйте МВП и составьте сейф. Вот, держите. Это прототип оружия,
На основе Е-99. Не совсем надежный, но он нам поможет. Люди Демичева! Еще пару шагов. Здесь мы с вами простимся. За меня не волнуйтесь. Я спрячусь в той башне. Обещаю, что мы еще встретимся. Активируйте разлом с помощью МВП. Он вернет вас в ваше время. Удачи нам обоим. Капитан Ренко, глазам своим не верю. Я ждал вас больше 50 лет, а для вас, наверное, прошли считанные секунды. Помните башню, куда я собирался? Я вернулся туда. Это самое подходящее место. Идите скорее, нам надо о многом поговорить. И смотрите в оба, я отправил к вам нашего общего друга. Человека через разлом. Я буду записывать свои наблюдения, продвигаясь вперед. Я должен выйти из шестого разлома, который, похоже, соединен с этим и находится на пристани. Я вхожу в разлом. Ощущается слабое покалывание даже через скафандр. Пока не вижу ничего необычного. Как и следовало ожидать, нет никаких... Thank you.
Должны подняться на лифте на верхний этаж. Сейчас вы должны видеть двор, который вам предстоит пересечь.
поддержка! Проклятие! Будь открыт! Женька, идем!
Барисов, мы внутри контура. Да, да, секундочку. Контур включен. Ждем подъем. Скоро будет. Доктор Барисов, питание отрубилось. Ренка, нам придется сдерживать их, пока Барисов не восстановит электропитание. Генераторы запускаются. Ренка, восстановите контакты на контуре с помощью МВП. Это даст нам время. Я же починил. Подъемник должен быть уже у вас. Наконец-то. Идем, Ренка, поднимемся на башню. Ренка, нам сюда. Здорово это у тебя получается, Ренка. Совсем не постарели. Поразительно. Думаю, вы уже поняли, что история изменила свой ход. Миром правят русские, а Демичев стал генеральным секретарем. Позвольте показать вам, что случилось после того, как вы вытащили Демичева из пожара. Демичев захотел получить МВП, как только я его изобрел. Он потребовал передать ему устройство для опытов. Когда я отказался, он обвинил меня и всех, кто меня поддерживал, в предательстве. Если бы не вы, нас бы всех тогда расстреляли. Демичев помешался на сингулярности и ее возможностях. Но через несколько месяцев после ее запуска произошла катастрофа. Сингулярность взорвалась, тысячи людей погибли. Им еще повезло. Выживших ждала участь пострашнее, чем смерть. Излучение Е-99 вызвало мутации во всех живых организмах на острове, включая людей. Остров объявили карантинной зоной, но перед этим разработки на Е-99 были запущены в массовое производство. Его применяют везде, от микроволновок и автомобилей до оружия более мощного, чем американские атомные бомбы. На волне успеха Демичев быстро поднялся по партийной лестнице, уверяя, что СССР обладает технологическим превосходством, которое нужно использовать быстро и жестко. Генсек Хрущев согласился. СССР нанес упреждающий удар по Соединенным Штатам, уничтожив все восточное побережье одной бомбой с Е-99. Аналогичные удары были нанесены по Европе. Германия, Франция, Великобритания – все пали под натиском Е-99 в руках советских солдат. Через полгода у ног Хрущева лежал весь мир. Но недолго. Опираясь на армию своих последователей, Демичев сместил Хрущева и назначил себя пожизненным главой партии. Как видите, ход истории изменился. Но его можно исправить. Нам поможет сингулярность. С ее помощью Демичев пришел к власти, а СССР разросся на весь мир. Уничтожьте сингулярность в прошлом, и ход истории изменится. Но уничтожить сингулярность может только предмет равной мощности. Бомба Е-99, мечта Хрущева. Одна из них находится на грузовом корабле, утонувшем в порту во время взрыва сингулярности. Но не будем забегать вперед. Спуститесь на лифте к старой железной дороге. Оттуда вы попадете в порт. Мы с Кэтрин вам поможем.
Ты живой? Атаковали башню. Кэтрин отвлекла их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь, нужно многое обсудить. Идите сюда, есть разговор. Время поджимает, капитан. Удавка Демичева становится все туже. Скоро он вас поймает. Идите по этой ветке, она приведет вас в порт. Там вы найдете бомбу Е-99. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан, проход перекрыт. Но если вы спуститесь по этой лестнице, то сможете починить кран.
Тогда я не брошу вас на ту сторону. Черт! Демичев знает, что вы здесь. Быстрее, лучше тебя. Я не брошу вас на другую сторону. Дороги оказался дольше, чем я думал. Потому что это глупости, Михаил. Вы напрасно рискуете жизнью этих людей. А вы ждете смерти и ничего не делаете. Но ведь там слишком опасно. Послушайте, через канализацию мы выйдем к Небо. Оттуда доберемся на поезде в порт и бежим. Это самоубийство! Ладно. Удачи вам, товарищ. Надеюсь, увижу вас и вашу семью на большой земле. Друг мой.
Как жаль, что мы слишком поздно поняли, твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой. Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Леша, прости, я подвел тебя. Я подвел всех нас. Не останавливайся, мы уже недалеко. Иду к железной дороге. Встретимся там. Осторожно. Солдаты Демичева ищут нас повсюду. Эй, не перешевелите, я просто...
Меня заметил отряд, но я от них ускользнула. Кажется, я что-то слышал. Они рядом. Ну-ка проверим. Подожди-ка. На пути к рельсам стоит часовой. Снимешь его отсюда. Стреляй! Быстрее! Помоги! Возьми оружие. Оно тебе пригодится. Великолепно. Заперто. Думаю, я смогу пролезть в вентиляцию. Подсади меня. Спасибо. Кажется, я могу открыть ее с той стороны. Давненько здесь никого не было. По-моему, я кое-что увидела. Ренка, сюда! Это пульт управления. Проверим, работает ли. Что-то блокирует дверь с другой стороны. Попробуешь ее открыть? Чудесно, Рэн. Получилось. Смотри, нам нужно попасть к локомотиву. Пойдем по улице. Рэн, береги! Thank you.
убить их. Ты как нельзя вовремя. Освободи меня. Спасибо. Теперь в порт на поиски бомбы. Черт, этот поезд наш единственный выход.
Молодец. Доктор Борисов, прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще дает. Мы почти у борта. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Нам повезло, что поезд не стоял, а то пришлось бы идти пешком. Вертолет на подходе. Осторожно. Введен строжайший карантин. Незнакомое лицо, проверяйте документы. Проверяйте досконально. А если... Никаких если. Чуть что не так, открывайте огонь. Твой сигнал на пару секунд. Я связалась с доктором Борисовым. Капитан Ренко, похоже, попал в очередную временную аномалию. Видимо, из-за бомбы Е-99. Оказавшись в воде, снаряд стал нестабильным. Итак, корабль затоплен в порту. Что будем делать? Все просто. Ренко использует МВП. Капитан, на пристани есть поврежденная платформа-усилитель. Восстановите батарею, что находится под ней, и вы сможете поднять жемчужину.
капитан, у вас получилось! Вы подняли корабль! Мы видим его отсюда! Мы с Кэтрин направляемся в порт, но не ждите нас! Бомба находится в грузовом отсеке под палубой! Рэнко, поспешите! Девичих не мог не заметить всплытие корабля! Я слышу шум вертолетных роторов! Капитан, учтите, МВП действует на большие объекты вроде кораблей лишь короткое. Снова уйдет под воду. Хватайте бомбу и как можно скорее уносите оттуда ноги. Повсюду солдаты Демичева. Вертолеты доставляют спецназ на корабль. Будь начеку!
эффект ослабевает. Корабль начал тонуть. Ему не выбраться. Там слишком много солдат. На корабль. Тренка, я буду у тебя через минуту и отвлеку солдат на себя. Корабль тонет. Солдаты Демичева перекрыли выходы из трюма. Капитан, вы упустили свой шанс. Еще нет. Тренка, бери бомбу. Я задержу. Капитан Ренко, слава богу, вы целы. Позвольте вам помочь. У вас получилось. Бомба Е-99. Значит, не все потеряно. Должен вам сообщить, что Кэтрин, увы, я пытался остановить ее в порту, но она не послушала. Она решила отвлечь огонь солдат на себя, чтобы вы успели сбежать с бомбы Е-99. Ее подстрелили, когда корабль начал тонуть. Кэтрин погибла. Ее жертва не станет напрасной. Мы должны выполнить задачу и остановить Демичева. К сожалению, найденная вами бомба не активирована. Вам придется использовать печь. Это часть базы, где находится, вернее сказать, находилось то, что нам понадобится. Поспешите, капитан. Демичев совсем близко. Прошу вас, ступайте. После взрыва сингулярности служебные туннели использовались для сброса трупов и зараженных. Тяжко вам будет.
Сколько еще я смогу терпеть? Взрыв сингулярности случился 2 дня назад. У меня нет времени даже на сон. Несколько врачей разбили лазарет в тоннелях. Но сколько бы раненых мы ни приняли, постоянно приходят новые. Этот остров станет моей могилой. Сооружение. Чтобы попасть туда, вам нужно восстановить мост. Для этого придется включить платформу-усилитель МВП. Подайте питание. Выключатель должен быть рядом. Теперь увеличьте силу тока с помощью гидрогенератора. Совсем рядом. Будьте осторожнее, капитан.
Отлично! Платформа-усилитель начала заряжаться. Включив генератор, вы выдали свое местоположение Демичеву. Возвращайтесь на мост как можно скорее. Используйте МВП на платформе. Почините мост, у нас мало времени. Вас заметили люди Демичева. Скорее на мост и идите к воротам. Бегом! Если ворота закрыты, вам придется использовать другой вход. Он находится в хранилище. Будьте осторожны. Эту зону опечатали после путешествия Е-99. Даже не догадываюсь, что вас ждет. Выходы были перекрыты мгновенно. Выбраться успели не все. Одному Богу известно, что газ сделал с людьми. Вам нужно найти противогаз. Центрифуги завершена. Подготовьте вторую емкость.
внимание! Рядом с вами замечены солдаты Демичева! Я начинаю терять ваш сигнал! Судя по навигатору, вы около газохранилища. Следуйте дальше. Люди Демичева возвели защитные контуры по периметру. Найдите аванпост. Вам нужно их отключить. Я под обстрелом. Удалось установить личность убийцы? Говорят, он из какой-то экспериментальной группы. Из некой Мир 12. Пошел! Пошел! Разведка, бой!
находитесь внутри завода. Здесь переработали так много Е-99, что разломы возникают сами собой. Найдите разлом. Вернитесь в 55-й как можно скорее. Узнайте код активации для зарядки бомбы Е-99. Доктор Петров хранит ее в своем кабинете. Увы, капитан, более простого способа нет. Thank you.
Вы живы, а бомба полностью заряжена. Нельзя терять ни минуты. Нам нужно срочно попасть в реактор. Ступайте к железной дороге. Она приведет к башне сингулярности. Берите, что нужно, и мы отправляемся. Мы почти у сингулярности. Демичев считает, что ПВП способен сдержать ее мощь, но он ошибается. Почему Демичев вдруг решил, что сможет обуздать все это? Нам нужно попасть туда, пока Демичев нас не настиг. В нашу эпоху. Эти возмущения, похоже, влияют на течение времени. Что это было? Берегитесь, капитан. Таких мутантов я еще не видел. Неужели время еще сильнее исказило судьбу? Приближаемся к эпицентру. Само время сходит с ума. Времени совсем мало. Надо разделиться. Я останусь здесь и подготовлю приборы, а вы идите в мою лабораторию. Я работал над модулем для МВП, который позволит создать разлом с помощью сингулярности. Потом вы вернетесь в 55-й и исправите историю. Ступайте, капитан. Отыщите мою старую лабораторию. Там вы найдете модуль для МВП. Thank you.
ловушку, капитан. Позвольте открыть вам дверь. Разлом в 55-й год. Затем уничтожьте реактор бомбы Е-99. Когда сингулярность взорвется, все встанет на свои места. Приступайте, капитан. Удачи вам. Старались взорвать сингулярность, а я взял и повторил эксперимент. Отдайте мне МВП. Ренко, стойте! Мы что-то упустили. Надо как следует подумать. Историю можно изменить. История пишется победителями. А вы проиграны. История пишется победителями. Точно! Здесь дело не в сингулярности. Это же вы попали в прошлое и вытащили Демичева из горящего здания. Помните? Вы изменили его судьбу. Теперь вам придется изменить ее снова. Демичев не должен выжить. Однажды пытались и не сумели. Капитан Ренко, вспомните, кто был там помимо меня. Ренко, постой! Демичеву нельзя! Тем другим человеком были вы. Да, он прав.
Вы и есть аномалия. Значит, чтобы исправить историю, вам придется остановить самого себя. То есть убить себя? Вы просите человека пожертвовать собой, хотя вы ошиблись? Сколько раз там уже? Боюсь, Барисов, вы определенно не вправе давать такие указания. Ренка, не слушайте его. Вы можете спасти мир. Казалось бы, капитан, вспомните, кем вы были в самом начале. Трутнем из Улья. Я подарю вам новую жизнь. Там все, о чем вы только могли мечтать. Отдайте мне МВП. И мы будем править миром. Ренка, вы хотите стать частью этого мира? Оглянитесь. Посмотрите, сколько зла он уже причинил. У каждого реформатора были критики. Ренка, он не реформатор. Он убийца миллионов, диктатор. Остановите его любой ценой. Используйте МВП на сингулярность, вернитесь в прошлое и убейте себя. Хм, какое заманчивое у вас предложение. Присягните мне на верность и убейте Барисова. Я наделю вас безграничной властью. Решайте сами, капитан. Вы только что убили самого влиятельного человека в мире. Но это ничего не меняет. Чтобы исправить ход истории, вам нужно вернуться в прошлое и помешать спасению Демичева от пожара. Один, красный борт на связи. Вы входите в воздушное пространство каторги 12. Вас понял, красный борт. Следую точно по курсу. До цели 3 минуты. Не знаю, зачем они нас сюда посылают? Тут же нет ничего интересного. Военная разведка? Сборище клоунов. Молот 2-1, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, красный борт. Сколько раз видел? Не надоедает? Молот 2-1, молот 2-1. Ложная тревога, повторяю, ложная тревога. Задание отменено, летите домой. Ха, ну что я говорил? Ничего интересного тут быть не может. Верно, товарищ?
Решайте сами, капитан. Капитан! Нет. Отлично, капитан Ренко. Я знал, что вам хочется править миром. Генеральный секретарь Демичев – единственный, кто выжил на каторге 12. Имя Барисова стерто из истории. Обладая мощью МВП, вы вместе с Демичевым управляете сингулярностью. Каторга 12 стала поворотной точкой, позволившей Демичеву разгромить последние остатки сопротивления. Став главнокомандующим, вы превратили армию Демичева в несокрушимую силу. Вы даже нашли применение существам с острова. Вы используете их для первой атаки во всех крупных сражениях. Миллионы людей загнаны в трудовые лагеря. С помощью сингулярности и несокрушимой армии вы уничтожили последние остатки бунтовщиков. Группа «Мир-12» поначалу оказывала сопротивление, но МВП не оставил им ни единого шанса. Через несколько лет советская диктатура дает первые трещины. МВП и ваш опыт применения современного оружия приумножают ряды ваших сторонников. Некоторые даже считают, что у вас больше власти, чем у Демичева. Осознав опасность, Демичев тайне начинает разработку экспериментального оружия на территории бывших США. Поговаривают, будто он создал свой МВП. Столкновение неизбежно. Мир снова втянут в холодную войну между двумя сверхдержавами. Решайте сами, капитан. Капитан! Нет. Отлично, капитан Рэд. Все сведения о Е-99 и каторге 12 пропали с гибелью Барисова и Демичева. Вы бесследно исчезли. О вас слагают легенды. Многие считают, что вас вообще не было. Местонахождение МВП неизвестно. Тела Демичева и Барисова были обнаружены лишь через несколько недель. Убийцу так и не нашли. Смерть Демичева ослабила хватку советской мировой диктатуры. СССР быстро распался на множество враждующих государств. Миллионы людей по всему миру гибнут в локальных конфликтах. Мир-12 постепенно увеличивает свои ряды и влияние. Не прекращая борьбы советской армии, группа начинает поиски убийцы доктора Барисова. До сих пор они не увенчались успехом. После того, как МВП вывезли с каторги 12, сингулярность стала нестабильной. Мощный взрыв уничтожил восточное побережье СССР, затронув даже штат-тюрьму Аляска. Стая тварей с каторги 12 проникла на материк и наводнила Новый Китай. По слухам, неизвестные войска постепенно оккупируют бывшие США. Личность командира неизвестна, но, говорят, этот безжалостный человек уничтожит всякого, кто встанет у него на пути. Судя по всему, его цель – мировое господство. Его армия растет с каждым днем. Люди считают, что он обладает невероятной силой, словно повелевает Божьей десницей.